человек, который светит перед моделью, то есть, как Мишу я свечу сам, твоя задача сделать объект видимый перед ним. У нас есть отец Иннокентий, который будет играть в солнце. Значит, твоя роль, отец, в каждом кадре быть максимально вверху и просто солнышком сверху как можно больше забивать. Сейчас говорю, вторая тебя роль, ты будешь связующим звеном между нами, снимающим командой, и Костей. Костя у нас будет работать с контровым светом. Значит, смотри. Да, все, хорошо. Батюшка. Щука? А? Щука? Кажется, да. Я сверху сидел, вообще ничего не увидел. Кошка была. Одна, да? Ну не да. Ну, значит, 32-я. Ну, слава богу. Открытый люк свидетельствует о чем? Вот первый план. Чтобы открыть, они должны были снести орудие, я висел над ним и светил. Чем мы там закрепиться, привариться? Ну подожди, это же второй люк. Основной это закрыт. А ты этот телеграф не почистил? Я тоже не почистил. По левому борту вот столько, наверное, по правому вот так. Нос она... виден, да? Да, да. Она прямо, это просто ее так заносит. Как рекорд. Ну, может быть, да. Там прикольно, там по булю, который мягкий, видно прямо как взрыв шел. Ну, то есть, он, как если, они, да, если они были латунные, то либо я их не увидел, либо их...
Ну все, сказочки конец. Завтра примерно в 8:30 выходим в новый поиск. Пока. Хороший был день.